Таиланде! Ой, шляпа. Всем велка, с вами Катя Бельчик. И как вы уже поняли, мы в Таиланде. Сзади меня шумит море, где-то неподалеку гудит мопед, а я сижу здесь на лавочке. И, конечно, как обычно, у меня возник мой профессиональный, скажем так, интерес, какое манго вкуснее. Потому что на прилавках я всегда вижу два – желтое и зеленое. Все всегда берут желтое. Почему? Может быть, зеленое вкуснее? Такое же может быть? А может и не быть. И я решила сегодня вместе с вами проверить. Поэтому начинаем с вами новый выпуск «Не глядя». Так вот, станцевала. А сейчас мы с вами прервемся на парочку минут, и вы посмотрите, как мы ходили, покупали манго. Один желтый, один зеленый. Мадам, не спутать. Where green, where yellow. А, ты русский лучше же понимаешь. И плюс чик-чик. Плюс чик-чик. Отлично. Да. Самый лучший. Мадам, а how much kilo yellow и kilo green? 75 kilo chicken. Да. Зеленый вкуснее, да? У нас уже есть. Ждем чик-чик. $200 за два манго таких и еще два резаных. $200. То есть 4 манго за $200. Выгодная покупка. Посмотрели? Вы уже знаете цену. Да, за все про все я отдала $200. Это достаточно дешево. Но, знаете, что оказалось? Все у нас покупают желтый манго. А он что? А он дороже на 10 бат, то есть на 20 рублей килограмм манго дороже. И мы с вами сразу же открываем счетчик, и у нас критерий цена. Зеленый манго пока лидирует, мы отдаем ему целый балл, потому что он стоил дешевле. И, кстати, удивительно, на прилавках еще всегда желтого манго гораздо больше. Прям вот таки в процентном соотношении желтого процентов 70, наверное, даже 80, зеленого процентов 20. Неужели оно настолько невкусное? Или, может, люди не обращают на него внимания? Ладно, не будем о судьбе манго, давайте продолжать. Друзья, сегодня нам сложновато с критериями. Упаковку мы оценить не можем, только внешне рассудить, какой красивее. Я бы отдала балл желтому, но считаю это слишком субъективно, поэтому нет. А едем дальше. Что? Состав? Отличный состав! Идеально! Ешьте! Вообще никаких ешек, бэшек, вообще ничего лишнего! Состав идеален. Добросовестность производителя. Вот тут, друзья, простите, я уследить не могу. Меня каждый день, по-моему, здесь обманывают по цене, поэтому, ну, как бы сказали. Вот я бы сколько чего не покупала, им все говорят, либо 100 бат, либо 200 бат. То есть, в принципе, цена вообще округляется. А самое забавное, если ты вдруг случайно достал заранее деньгу, такой стоишь уже со своей соточкой, спрашиваешь, извините, мадам, how much? Она, 100 бат. Чё 100 бат? Вообще такая просто, ну, 100 бат, все. Поэтому, как бы, ну, добросовестно. Ну, считаем, здесь и так недорого, поэтому, в принципе, все ок. Друзья, ну что, я думаю, вы понимаете, что все наши критерии немножко сегодня бессмысленны, поэтому главное нам сегодня попробовать. Я предлагаю переходить к закрытому тестированию. Естественно, манго мы уже все купили нарезанными. Вот этих красавцев мы взяли просто, чтобы вам показать. Они красивые, да. А сейчас я, пожалуй, надену свою маску, отпускную маску, и начнем пробовать. Ну, ты можешь взять палочку, пожалуйста. Так, я ем первый фрукт. Угу. Запомнил, давай. Вот этот фрукт более волокнистый. И он почему-то прям манго-манго. Вот знаете, прям, ну ты ешь, понимаешь, что ешь манго. Как будто бы с него вот шкурку даже не счистили. Не знаю, как это странно прозвучит. Он прям настолько ярый вот вкус вот этот тропический. А здесь ёлы-палы. Ха? Вот этот фрукт, извиняюсь, что он упал, он более нежный, но у него вкус очень-очень слабо выражен. По сути, он и не сильно сладкий, и не кислый, и не очень-то вообще какой-то имеет оттенок. Здесь просто прям бомба. Свои 2 балла за вкус я определенно отдаю вот этому. Это, наверное, все-таки желтый. Вот. Я угадала? Нет.
Я не угадала? Серьезно, это был зеленый? То есть реально, а все берут желтый, а зеленый вкуснее? Ребят, серьезно, вот это было очень вкусно. Это вот прям манго. А здесь просто, ну, вкусно. Этот дешевле и вкуснее. Серьезно. Ну что, друзья, получается, у нас сегодня вообще безоговорочно победил зеленый манго. Просто развеяли миф, можно сказать, островной миф о том, что все берут желтый, а можно брать зеленый, он вкуснее. Чувствую себя просто героем сегодня. Да ладно, шучу. Ну что, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился такой выпуск. Если так, то обязательно поддержите меня пальчиком вверх. И не забывайте, конечно, подписываться на канал. Я забыла, где кружочек, вы найдете сами. И посмотреть предыдущие ролики можно здесь и здесь. Там, кстати, влог из Таиланда тоже посмотрите, очень интересно, да. Все, до новых встреч! Всем белка!